Я снова приветствую всех из Одессы 1 августа 2023 года. Буквально минуту назад снова в Одессе объявили воздушную тревогу. Значит, сейчас 15.32, вот в 15.31 объявлена воздушная тревога в Одессе, в Одесской области. Тревога снова масштабная по всей территории Украины. Причина ее снова та же. Это взлет истребителей МиГ-31 с военного аэродрома Савослейка. У нас уже это третья тревога за сегодняшний день по той же самой причине. Предыдущая тревога длилась буквально 20 минут. Началась она, чтобы быть точным, в 13.17, и уже в 13.37 дали отбой воздушной тревоги. То есть ничего не происходило, никаких взрывов не звучало. Судя по всему, какие-то полеты учебные. Если честно, они уже сегодня своими учебными полетами подзадолбали. Но знаете как? Они могут учебные, а потом резко хоп опустить ракеты. Ракеты гиперзвуковые долетают за считанные минуты. И, соответственно, даже по тому же Киеву может и прилететь, потому что могут уже, знаете, как проигнорировать эту тревогу. Но я надеюсь, не то чтобы надеюсь, я думаю, военных такого нету. То есть есть угроза, есть опасность, они в любом случае на чеку. Вот. Но неспроста, я думаю, вот эти они взлеты производят. Судя по всему, как-то пытаются внезапно атаковать. Всем желаю мирного неба. Надеюсь, все обойдется. Берегите себя, берегите своих близких. Подписывайтесь на канал, будет обновляться информация. Сразу буду сообщать. До встречи, пока.